Я думаю, нашим обществом руководят сумасшедшие люди, преследующие сумасшедшие цели. Я думаю, я понимал это еще, когда мне было 16 или 12. Всегда. Но всю свою жизнь я выражал это по-разному. Всю свою жизнь я пытался это сказать. Но сегодня я могу это сформулировать. Нами руководят маньяки ради собственной финансовой выгоды. Если бы кто-нибудь смог записать, что наше правительство, что американское правительство, русское или китайское, что они пытаются сделать и чем, по их мнению, они занимаются, я бы с удовольствием хотел бы это узнать. Мне кажется, они все сумасшедшие. Но за то, что я говорю это, меня самому могут посчитать сумасшедшим. Вот это и есть безумие.